Здравствуйте. 7 декабря до Чистолуный день. В связи с умия с лимитами земли. День людей женского пола благоприятен призывать благосостояние, размышления, медитация, обращаться к учителям, Буддам, подписание контрактов соглашения, к созыву, сходу, встречи, подходу к начальству с предложением, воздвигать священные объекты, освящать их, начало обучения, приручение диких животных, восстановление фундамента, усмирение негатива. Ребенок родился в этот день, будет с талантом к искусствам, стремлением познать окружающий мир, независим и неблагоприятен отправляться в дальнюю дорогу, продажи скота, сотовстве. Стрижка волос к стабильному счастью. Благоприятен для людей родился год курицы, коровы. Неблагоприятен годам тигры, обезьяны, свиньи. На верхней березке дуньгур дуване комбок мирскую сене и в лугецком цепчем дуване панзаракча, мани дуване сунды, джуд дуване ямандага. Будьте достойными. База на Лебедево. Сдаются площади в аренду. Павильоны от 250 рублей. Теплые складские помещения от 150 рублей. Офисные помещения от 300 рублей. Открытая площадка от 50 рублей. Автостоянка от 50 рублей. Железнодорожные пути. Спешите, количество мест ограничено. База на Лебедево 1. Телефоны 56 50 96 50 50 49.